Всем привет еще раз, дорогие друзья. Не прошло и полчаса, как я решил записать вам еще одно видео по заработку биткоина. Самый легкий и простой сайт — это Monbit, Monbitcoin. В общем, также будет ссылочка внизу под описанием. Вот, смотрите, как можно тут просто открываешь кран и зарабатываешь деньги. Как открыть этот кран? Ну, это то, что мне деньги перевели вчера. То есть тут деньги переводят каждое воскресенье, но, понимаете, они бывают задерживают и в понедельник 100% переводят. То есть, когда пройдете по ссылочке, вы попадете вот на этот сайт. Сюда надо будет ввести вам свой номер кошелька. Дальше жмем продолжить. Монбиткоин. Он мне очень нравится, потому что я советую всем своим друзьям, что первое видео, что вот это видео. Дело в том, что реально оплачивает денежки, и то, что уже задолбало просматривать эти рекламы, зарабатывать центики, даже меньше цента что-то в день, да, и долбить просто, чтобы рефералы там регистрировались, это не надо, друзья. Я вот вам покажу, тут даже не каждый час вы можете, вам просто-напросто надо будет нажать на кнопку. Когда вы пройдете регистрацию, вы сюда впишите еще раз свой, ну это выйти, конечно, будет. И когда вы пройдете по ссылочке, вот тут будет капча, вы введете эту капчу и начнет отчет ваших сатошков. Смотрите, меня не было на сайте 1 час 53 минуты, и я получил 309 сатоши, и я даже не захожу сюда. На ночь бываю оставляю, мне, конечно, приходит там и по 900 сатошиков, и по даже по 600, но это когда меньше времени сплю. Но вам я честно скажу, тут желательно снимать лучше каждые 10 минут, потому что в течение 10 минут будет набираться по 100 сатоши. Вот и представьте, 100 сатоши, да, допустим, за 1 час можно сделать 600 сатоши. Подождите, да, все правильно. А когда время продлевается, ну, то есть идет больше часы, меньше сатоши накапливается. Ну, это очень хорошо. Те, кто уезжает куда-нибудь и просто-напросто оставляет этот кран, он капает, 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 капает. Там через недельку приехал, зашел сюда, снял денежки, и получите обязательно. Клянусь и честное слово, говорю вам, что в воскресенье или в понедельник вы получите на счет свои денежки. Еще раз скажу то, что я своим даже друзьям посоветовал. Также они говорят, что за фуфел опять дешевый сайт. Я говорю, так это партнеры их, и они немного делают разнообразие. Вот давайте снимем сатоши. Сатоши снимаем вот. Нажимаем Claim Now. Вписываем капчу, которую мы видим сейчас, ну, тут на экране. Нажимаем пуск. Ой, пуск снять. И вот, смотрите, мне добавились сатошки. Вот и все. А, вот, 301 сатош перевели ко мне на счет сайта. И, еще забыл предупредить, потому что у меня много информации в голове. Все хочется вам рассказать, но самое главное забываю. Смотрите, мне привели 371 сатош, мне добавился на счет. Когда у меня будет на счету 5500 сатошей, то есть воскресенье, уже это число переведется мне на счет. Но зачем нам такая маленькая сумма 550 сатоши, если можно делать больше? Понимаете? То есть можно там 100 тысяч сатоши сделать в неделю, и вам придет на счет. Это же нормально. То есть вот такой вот сайт, друзья, довольно неплохой. Внизу под описанием увидите ссылочку для регистрации. А вам могу сказать хороших вам заработков. Всем спасибо, ребят, за просмотры, за лайки, за даже дизлайки, за самые херовые комментарии.
мне по барабану. Кому это нравится, пусть пишет, всем отвечу. Всем спасибо, друзья, всем пока. Добрый день, уважаемые партнеры и любители автоматического майнинга, облачного майнинга, который уже получил достаточно весомую популярность как за рубежом, так и в России. Все знают плюсы этого бизнеса и возможности. И сегодня я хотел бы поговорить и порассуждать на тему, реально ли все же заработать один биткоин в день или это вымысел, как некоторые люди утверждают на своих блогах, что один биткоин в день абсолютно невозможно зарабатывать. Я вам докажу немножко обычное. Особенно хорошо, когда у вас есть несколько пулов работающих, то есть и вы распределяете свои риски, свои усилия сразу на несколько пулов и получаете с них примерно одинаковую сумму в сутки, да? Вот как, если вы обратите внимание на пуле Hash Profit, вот сейчас заработок мой составляет $11.95 в сутки. Да? И помимо этого пула, наша команда работает еще в 9 или 10 пулах, где также получаем, развиваем эти пулы и получаем доходы. Да? Если сложить суммарно, то получится в принципе больше $100 в сутки заработок идет. Но сейчас мы в частности поговорим непосредственно о хэш-профите, о возможности и реально ли даже в одной программе выйти на один биткоин в сутки. Конечно, это реально. Обратите внимание, 4800 КХС приносят доход на 678 рублей в день или $11.95. Если мы с вами сделаем такой несложный просчет, то месячный заработок 11.95 мы умножим на 30 дней. Это, посмотрите, $358 за месяц получается. В принципе, сейчас курс биткоина $351. Соответственно, уже вот за эти неполных 2 месяца, наверное, я вышел с небольшими вложениями на 1 биткоин в месяц. Да? И когда же я начну зарабатывать один биткоин в день, да, то есть в 30 раз надо больше приложить усилий и активнее поработать еще месяцок. И в принципе цель будет, как говорится, первая ступенька цели достигнута, да, потому что на одном биткоине в день я не думаю, что кто-то будет останавливаться, а будут наращивать свои активы в мощностях от компании в виртуальных облаках, зарабатывающих нам деньги, и выходить на более крупные доходы. Давайте теперь посмотрим, что же надо нам с вами предпринять. Во-первых, я рекомендую всегда своим партнерам выполнять сразу все возможности увеличения своего дохода в компании. То есть использовать приглашение партнеров, реферальную ссылку и получать за это свою комиссию. Использовать личные инвестиции, использовать возможность реинвестиции заработанных денег на изначально для того, чтобы увеличивать свои мощности. Я тоже когда-то начинал там со 100 КХС-ок, но, как вы видите, уже какие-то сдвиги есть и достаточно хорошие, достаточно приятные. По поводу легальности, долгосрочности компании я уже рассказывал в предыдущих видео, то есть здесь можно быть абсолютно уверенным, что наши деньги застрахованы, компания работает на реальной технике, реально зарабатывает криптовалюты. Также проходила конференция в городе Санкт-Петербург, были предоставлены к просмотру эти мощности, люди познакомились с сотрудниками компании. Участвовали спикеры из многих стран. Конференция была международной. И отчеты вы можете посмотреть вот здесь вот по зелененькой вкладочке перейти. И посмотреть видео, отчеты, фотографии, статьи в прессе, в СМИ о прошедшей конференции. То есть все были в восторге. Это просто замечательно. Далее, давайте посмотрим с вами, какой окупаемость у этих мощностей. И сразу хочу сказать, что пользуясь теми скидками, которые предоставляет нам регулярно компания, мы можем купить очень дешево и выйти в безубыток за очень короткий срок. Вот обратите внимание, 4800 КХС, которые у меня сейчас есть на балансе,
они бы обошлись в 1012 долларов всего лишь, да? Доход ежедневный, ежесуточный в течение всей жизни, гарантированно в течение 2 лет без амортизационных списаний, мы с вами будем получать на этой мощности 11,95. Теперь давайте разделим эту 1012 долларов. Мы разделим с вами на 11 долларов 95 центов суточного дохода. Неполных 85 дней, то есть меньше 3 месяцев идет окупаемость, то есть вы вернули свои деньги и дальше вы пошли уже в чистой-чистой прибыли. И здесь работать безопасно, потому что даже если никто не будет приходить в компанию, хотя это просто невозможно, компания за короткий срок уже получила очень много партнеров и даже намного в 2-3 раза больше, чем в других майнинговых пулах. На данный момент, на сегодняшний день, насчитывает уже 138 тысяч партнеров. Это немало. Это, я хочу сказать, просто великолепно. И самое главное, соблюдать условия партнерской программы, с которыми вы можете ознакомиться. Базовый процент отчислений поначалу у вас будет 5%, но все меняется в индивидуальном порядке, в зависимости от количества ваших приглашений, активных пользователей. Процент может быть увеличен в большую сторону. На данный момент у меня сейчас процент 10% идет от покупок моих партнеров. То есть за ту работу, которую я проделал, компания меня отблагодарила. Это все реально. Значит, можно рекламировать свою партнерскую ссылку в социальных сетях, в чатах на тему майнинга и криптовалют, на форумах и блогах, в тематических разделах. Опять это разделы по крипто. Должны быть не, конечно, не хозяйки на заметку. Все должно быть всегда в тему. На своих личных сайтах давать ссылку друзьям и знакомым и рекламировать в буксах. Буксах, кликерах, досках объявлений. Там, где эта ссылка будет востребована и где ей заинтересуются. И на что надо обратить, конечно, внимание. Внимание надо обратить на то, что внимание надо обратить на то, что не регистрировать аккаунты для себя по своей партнерской ссылке, так как все это отслеживается по IP, и за такие нарушения компания просто может вас заблокировать. То есть не надо выстраивать никакую систему виртуальную под себя. Несанкционированные рассылки e-mail, то есть те, которые являются спамом. Вы можете отсылать информацию и помощь своим партнерам по теме того же самого хэш-профита, по теме майнинга. Но ни в коем случае никаким сторонним людям такую e-mail рассылку нельзя делать. Ну и также нельзя пользоваться ботами для автоматической рассылки по форумам, гостевым книгам, блогам и тому подобное. То есть все делаем, все зарабатываем своими руками. Ну, если у вас есть какие-то индивидуальные решения, вы всегда их можете согласовать с компанией. Маркетологи вам подскажут, как и что сделать лучше. Есть телефоны. Компания очень хорошо помогает, отвечает, и на письма моментально приходят ответы. Вот. Если же нарушение, вот то, что запрещено, да, будут сделаны, то компания пишет, что оставляет за собой право заблокировать такой аккаунт без получения выплат. Поэтому, ребята, будьте внимательны, не нарушайте условия компании. Эта компания пришла надолго, пришла помогать вам зарабатывать деньги. Деньги выводятся очень хорошо. Можно изменить на автоматический вывод денег, и каждые сутки вам деньги будут выводиться на ваш баланс. То есть это уже все проверено, это все работает. Поэтому работайте, зарабатывайте здесь деньги, зарабатывайте один биткоин не меньше в сутки, выходите на такой доход. Ну и я желаю вам всем удачи в нашем интересном бизнесе. С вами был Станислав Томашумис.